Михайлович, такая победа. Еще одним сильным соперником. В прошлый раз обыграли БТС, сейчас Локомотив. Секрет успеха. Да. Мы в матче с сильным соперником. Секрет успеха — то, что соперник совершает ошибки. Мы их наказываем за ошибки. Хотя и нас первый гол наказали за, так скажем, пренебрежение принципами игры. Но я рад, что мы забиваем. Начали забивать больше. И самое главное, забиваем больше, чем соперник. Поэтому есть определенная динамика. Ну и радует то, что футболисты трудятся на футбольном поле как профессионалы. То есть все переживают за команду. Даже те, кто не выходит на поле, видно, что все, так скажем, как единое целое, все участвуют в процессе. В первых матчах пока не удавалось забивать. Потом вот вдруг споты, тут еще в двух матчах 4 гола. Как объяснить вот такое желание игроков в линии атаки вот забивать, возможности как появилось? Ну, я только могу с точки зрения нашей совместной работы, потому что все-таки, приехав сюда, футболисты перешли на грунт, получили очень большую порцию, ну, то есть, скажем, и силовой работы, и беговой. Естественно, был очень большой фон усталости. Сейчас мы больше, скажем, уже упор делаем на подготовку к матчам, на скоростную работу. У ребят появилась, так скажем, свежесть, приходит потихоньку понимание. Ну, я рад, что рождаются с этого голы и победы. Такой вопрос, насколько ценна эта победа, ну, хотя, да, ну, сборы. Все же знают, какой большой клуб «Локомотив» Москва. Ну, это приятно. В любом случае, мы видим прекрасно, какими качествами обладают наши соперники. И «Локомотив», скажем, это футболисты уровня сборной России, там практически все футболисты или играют, или там легионеры, то есть поэтому обыграть соперника такого — это ты получаешь опыт, это получаешь сопротивление, и ты получаешь психологическую уверенность. Вот это, считаю, уверенность, это если будет у команды, и команда будет, скажем, на этом не остановится, то это будет для нас большой плюс. Какая победа была приятнее? Победа всегда приятна над БТ, над Локомотивом. Ну, скажу, что и над БТ было тоже приятно, потому что мы эту победу заждались, то есть не было результатов. Но сейчас, то есть, скажем, она вдвойне приятнее победа, потому что, знаете, как обычно, после какой-то там яркой победы команда где-то может расслабиться. То, что ребята не дали себе расслабиться, продолжили также хорошо играть, вот это очень приятно.